Доброй ночи. Начинаем сегодня мега-брейк, который очень быстро собрали, неожиданно. Привез всего одну коробку. Для разнообразия оказалось, что она востребована. Tops Finest, лучшие 2018-19. Два мини-бокса, два автографа достанем в каждом мастер-боксе. Такая одна коробочка. Ну, пока вскроем одну, а там уже, может быть, месяц не пройдет, привезу побольше, если что. Надеемся на автографы хитовые. Потому что тут, как всегда, есть команды так себе. А есть покруче. Месси, Роналдо в Ювентусе. Вот там Гризман есть. Каутиньо. По оплате, наверное, завтра с утра я напишу, кто знает, карта без изменений, может оплачивать, кто не знает, завтра сообщу, брейк, команды и сумму. Ну а сейчас надеемся хотя бы на один хитовый автограф, один-то понятно будет такой попроще. Один хочется прям супер-мега-хит достать. Эх, у меня уже ночь тут на дворе. Следующий день, поэтому я, если что, говорю тихо. Дети спят. По-моему, там автограф какой-то очень цветной. Автограф тут перевернут и сразу видно. Может, прям тиражка цветная. Карты в этом топсе, они уже не гнутые, как в Лиге Чемпионов прошлой, смотрю, уже вроде как прямые. Довольно симпатичные, но коллекция пока дорогая. Ну что, удачи, парни, поехали. Есин Брейми Порту. Так, наверное, это автограф моего. Так, в конец. В конце посмотрим. Серхио Гуэра, Манчестер Сити. Дердиюк, Галатасарай. Иско, Реал Мадрид. Вот это, наверное, переливашка, рефрактор, скорее всего. Мемфис Депай, Лион. Это как будто полосочка вот какая-то на нем. Так, Витцель, Боруссия Дортмунд теперь. Рамос, Реал Мадрид. Ди Мария, Пари Сен-Жермен. Так, Джуниор, Мораес, Шахтер. Подсерийка такая, Стендаут, Страйкерс, Мохамед Салах, Ливерпуль. Следующая подсерийка от Cornerstones Insigne. Это клуб Наполи. Красивые карты. Джеймс Милнер, Ливерпуль. Так, этот парень из Брюгге. Фамилия труднопроизносимая.
снова Брюгге, Матс Риц или Мэтс Риц, Скотт МакТомини и Манчестер Юнайтед молодой товарищ. Первая тиражка, снова клуб Брюгге, номер 213 из 250. Клуб Брюгге. Почему Брюгге так много, я не знаю. Неймар, Пари Сен-Жермен. Мухаммед Салах, Ливерпуль. Как-то карты все перевернуты. Тони Кроус, Реал Мадрид. Марлос, Шахтер. О, наш человек, Александр Головин, Монако. Так вот смотришь, как будто какие-то полосочки. Напечатаны, пропечатаны не так. Мануэль Нойер, Бавария. Пеллегрини, Рома. Так, Мемфис Депай, Лион. Снова подсерия. Корнер Стоунс, это Фалькао. Клуб Монако, одноклубник Головина. Очередная тиражка. Теперь из 150, 134 и 150 клуб Наполи, Аллан. Тиражная карта. Муслера, Галатасарай. Кверквелия, Локомотив. Так, там у нас автограф уже где-то, да? Следующий будет. Давайте, вот два Локомотива. Здесь Алексей Миранчук, тоже Локомотив. Автограф, похоже, из 25. А, из 50, золотой. 13 из 50. И это Рома. Рома Лоренцо Пеллегрини. Рома 13 из 50. Полностью на наклейке. Лоренцо Пеллегрини. Ой, стучать сильно не буду, наверное. Аккуратненько. Давайте что ли поставим. С 25, там, наверное, еще более оранжевый, что ли. Так, вторая кучка. Где у нас тут автограф? В конце автограф. Погнали. Иван Ракитич, Барса. Корнер Стоунс, Антуан Гризман, Атлетико. Из 25. Тиражная карта. Это Марио Гёдзе, Боруссия Дортмунд, 23 из 25. Хороший тираж. Тираж хороший. Марио Гёдзе. Так, это карты симпатичные, конечно. Может, в новинку, что? Войцех Честный, Юве. Фарфан, Локомотив. Хоть наша команда тут засветилась. Маркус Решфорд, Манчестер Юнайтед. Габриэль Жезус, Сити. Так, далее, Каутиньо, Барса. Тут вот они рефрактор или как-то обозначаются или нет, не понять. Все переливаются. У меня тут Ян Облак, Атлетико, Де Брюйне, Сити, Дуглас Коста, Юве, Маринато Гильермо, Локомотив. Так, это у нас зелененькая Барселона, Артуро Видаль, номер 61 из 99, Артуро Видаль, Барселона. Пошел Видаль по командам. Разным. Ну, в принципе, у бойцовских качеств ему не отнимать. Бьется за всей командой хорошо. Так, далее. Далее снова товарищ из Брюгге. Вормер.
Гржегаш Крыховяк. Локомотив. Тут, наверное, весь Локомотив мы собрали в этой коробке. Локомотив. Мац Хумельс, Бавария. Так, подсерия Страйкерс из Галатасарая. Фамилия тяжелая, не буду произносить. Далее. Cornerstones, Memphis Depay, Лион. Фигули, Галатасарай. Марсиаль, Манчестер Юнайтед. Снова Каутиньо, Барса. Эдин Джеко. Вот так вот переворачиваю, туда-сюда брейк. Рома. Так, это у нас следующая тиражка. Из 250. Исмаили, Шахтер. 215 из 250. Вторая тиражка из 250. Далее, Кулибали, Наполи. Это Брюги. Тяжелая фамилия. Не буду даже говорить. Джеко, Рома. Головин, Саша, Монако. Так, опять у нас наш товарищ закрывает автограф. Здесь Шакири, Ливерпуль уже. Так, Саша Головин уже смотрел. Базовый, наверное, автограф. Автограф базовый. Ну, давайте. Рука, чья рука? Топс. Рома. Ух ты. Два автографа из Ромы. Неожиданно. Виктор Ваньяма, Тоттенхэм. Ну, не бывает такое. Хуан Жезус, Рома. Оба автографа и оба Рома. Вот кто взял Рому, тот, конечно, счастливчик. Оба автографа из одной команды. По-моему, я брейки смотрел, такого не было никогда. Ну, так вот получилось. Получилось, что получилось. Ну, в следующий раз, не знаю, несколько коробок привезу, если будет еще интерес к данной коллекции. Ну, вот такой вот брейк на сегодня. Первый, блин, комом или не комом, судить вам. Так, 5 тиражек, 2 авто. Так, по оплате завтра напишу, по отправке тоже пишите, кто, например, вот в этом брейке только участвовал, отправляю сразу. Или там еще выставил брейки. Тогда потом. Ну, кратко давайте посмотрим, что мы вытащили. Шахтер Исмаиль из 250. Мацриц Брюги тоже из 250. Из 150 клуб Наполи Аллан. Из 99 Артура Видаль Барса. Из 25, 23 из 25 Боруссия Дортмунд Марио Гёце Боруссия Дортмунд. Ну и два автографа клуб Рома. Один базовый Хуан Жезус. И второй Лоренцо Пеллегрини из 50. Золотой 13 из 50. Вот счастливчик данного брейка. Клуб Рома. Я даже не знаю, кто взял, потому что собрали очень быстро. Брал на пробу, так посмотреть коллекцию, но оказалось она интересна всем. Все, парни, до новых встреч, до новых брейков. Счастливо, всем удачи, пока.